Медвежонок сирота, который был доставлен в Нринмар, будет отправлен в специальный медвежий питомник в городе Тверь, где его подготовят к самостоятельной жизни на воле. Напомню, необычный груз был доставлен в окружную столицу в минувшие выходные. Борт вертолета Ми-8 привез из Каратайки полуторамесячного медвежонка. Его на время приютили в заповеднике Ненецком. Причину, по которой косолапый остался без мамы, выясняют правоохранительные органы. Молоко и молочные каши с фруктами полуторамесячный медвежонок получает на завтрак, обед и ужин. Чем кормить косолапого, сотрудники заповедника узнают из интернета. Ведь такой постоялец у них впервые. До сих пор не удалось установить и пол малыша. Поэтому гость заповедника пока без имени, но под пристальным вниманием. Пока специалисты выхаживают медвежонка, полицейские выясняют причины, по которым он стал сиротой. Ясно одно, если бы косолапого не доставили в Нринмар, один в тундре, он бы погиб. Медвежонка привезли позавчера, не очень хороший, конечно, он состояние был, лапа таскалась, видимо, может, придавлена была, может, как-то где-то ушиб, но очень зашуганный был, боялся всего, любого звука, вот, сейчас вроде нормально, сейчас... Ну, 2 дня очень мало. Специалисты оберегают косолапого от общения с людьми. Это может навредить его дальнейшей реабилитации в естественных условиях. Сколько времени малыш проведет в Нринмаре, пока неизвестно. В настоящее время рассматривается вопрос о его доставке в Тверь, где расположен центр реабилитации медвежат. Это единственный специальный медвежий питомник в России, где косолапых готовят к самостоятельной взрослой жизни. Центр реабилитации готов принять медвежонка. Сейчас решается вопрос с оформлением необходимых для перевозки документов и доставки в Тверь. Или есть в Тверской области центр реабилитации таких медвежат, где по специальной методике медвежата доращиваются до того возраста, когда они самостоятельно себя могут вести в природе и, в принципе, выпускаются в естественную среду, где медведь, ну, как бы не имеет привычки к человеку. Ежегодно в центр попадает более 10 детенышей косолапых со всей России, которые по разным причинам остались сиротами. Заботятся о них до 7 месяцев. Реабилитация проходит в строгом соответствии с методикой выращивания медвежат-сирот для последующего их выпуска в естественную среду. Александра Литкова, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».